«Глинка Гранд Гала». Так назван творческий проект фонда Ирины Архиповой, соединивший вручение премии фонда представителям самых разных областей деятельности за подвижничество на ниве просветительства и концерт из произведений гения русской музыки. Для осуществления идеи свою сцену гостеприимно предоставил Государственный академический малый театр. Акция стала поистине выдающимся музыкальным событием. Фейерверком выступлений звезд вокала, пиршеством музыки великого юбиляра 2004 года.